Радиолюбителей разных возрастов из Московской области собрал стадион «Спартак» универсально-спортивного комплекса Подмосковья. Участники традиционных щелкових соревнований состязались в умении провести радиосвязь друг с другом. Сделать это надо было в условиях сильных помех и за определенное время. Неотъемлемым условием был безошибочный прием и передача контрольной информации. При этом спортсмены должны были правильно зафиксировать каждую связь с помощью специального программного обеспечения. После всех этих манипуляций оперативно представить электронные отчеты в судейскую коллегию. Победители ждали памятные медали. Виктория Мельник, Александр Аржевский, Щелковское телевидение.